Фу. Привет, ребятки, привет, мои хорошие. Все-таки уговорил Иришку ехать в светофор, купить такие плафоны, как поставили Антохе и нам, чтоб прихожки были, у нас же просто патроны с лампочкой висят. Фигня дело. Ире они не очень нравятся, но... Ну, взять где-то дешевле или даже по такой цене, и чтоб вот именно нравились, не представляется возможным. У нас такого плана плафоны около штуки стоят, около 1000 рублей. А тут 300, ну, 400 рублей, 399. Почти в 2, а то и в 3 раза дешевле. Надо брать. Ну и, соответственно, ребят, этим все не ограничится. Заедем еще купим продуктов, заедем до тещи и, может быть, куда-то еще. Все вам покажем, расскажем. Поехали. Я же травмами зачем не акцентируй внимание, никто не узнает, что у вас изделие. Сейчас на траве вываливаются. Да, я думаю, мама им выдала одежду такую специально. Да что-то сильно чистая одежда. Не, мама, наверное, не очень рада будет. Мы не так боролись. Вот так в грязи просто. Кому грязи приходили. И ничего, выдержали мамы. В светофоре покупали колбасу и наконец-то, ну, решила передать в достойные руки колбасный отрезок. Для тещи покупала, сей передастся. Как-то не досуг было раньше. Что темно, может, дома нету? Как взрослые. Позови, может, или завалишь систему или бачком. Доска. Это что, она газовичка выпускала? Да я понял, собачка бегала. Испугается, все закрыто. Цак, цак. Спала, наверное, встала. Не, ну кто-то ходит. Не-не-не. Здравствуйте. А мы в хозяйстве убрали. Молодцы, там у тебя жучок не бегает. А доску убрали, открывали под калиткой. Только пакет мне назад. Мы только зашли. Нет, а стол, я смотрю, весь накрытый. Колбаса, там все, что хочешь. Этот разложил эти. Червяков по цвету. Он их это покромсал, он же один цветной порвал их. Не, это маленькие. Да. Я думал, он трехцветный, знаешь, порвал просто на кусок. Все, цветочки, все полито, розы. Да, розы. Газовичок. Молодцы. Кучку надел. Удобрение. Нормально. Марафет. Ой, лай. Ой, молодцы какие. Ой, эту перенесли. Она же там стояла. Перенесли. А как же ты ее тянула? Кого? Колоду. А она трехлявая. А, она легкая. Она и там в закутке, глянь. А там хороший закуток, туда можно это, утяток или что-нибудь. А там только надо стенку закрепить. У нее эти. Козлята. Козлята. Там прям большое это. Пузико. А в наших вообще пуза не видно. Так у нее и уже это. Ну, я понял. Вымечка. А вымя майш не даются, я не знаю, есть там. Теперь он есть. Видите, как я приспособила, чтобы у нас не переворачивала, в шину поставила. Ага. Ну, у меня все, но у меня шина много рассыпана, ага. Все навтыкает. Да тут и козу можно отдельно держать. Закрепить и все. Там плохо это самое. Я так закрепляла, ты его сейчас не трогай, а то назвали. Да я просто смотрю, не пойму вообще, к чему он там крепится. Доски прям взять это самое оттуда. Но тут же по-хорошему сюда надо доску толстую нашить. Сюда и к ним уже, ну, да, прибить, да, вот так поперек, ну, так, и к ней. Это. Ну, по-другому, я просто не понимаю, как. Может, по-другому как-то, ну, да, можно. Да, 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 не, но укрепить надо. Ну да. Это, по идее, свет и сюда надо. Зимой вы же не покормите, да, ничего. И сюда, и туда. Ну туда по-любому. Там-то просто от тех по порядку. Ну, да. Так. Оно по-хорошему и здесь отдельный, ну как бы. Ну, конечно. Да, то отдельный тут вообще просто. Ну просто разносить кухню, как бы, не хотелось бы раньше времени. Смотрю, у меня, знаешь, ну как бы там тюльпан. Все, до свидания. Все, счастливо. Ага, закрывай, до свидания. Думаю, тебе на руки. Систему. А ты меня закроешь. А, давай я тебя закрою. Не, я не веду эту попалку. А это мы сделаем сейчас. Я сначала думала, что она не по верху.
хочет. А вот так, как ты говоришь, так лучше получается. Но с одной и с другой стороны, и соединить вот так вот, и наверх его закинуть. То есть оно ж лучше, оно денег стоит. Там-то делать, ну, в принципе, всего ничего, а, ну, по деньгам. Труба сейчас там. Дорого, я просто даже не помню, 100 с чем-то по-любому метр. Дорого. Но, Андрюш, ну, с другой стороны, знаешь, ну, как бы это трубы, ну, как, ну, понял ты, это ж не такое, что они крышу будут держать. Да виноград, он тяжелый, когда еще с кистями, если хорошо заплетет, ну, тяжелый, то есть 30-ку как... минимум надо, ну, 3 на 3 сантиметра. Не, ну, если его больше брать, то тогда скидка будет, то есть, ну, как бы, ну, хоть чуть-чуть, немножко. Не, ну, чуть-чуть, но все равно это дорого. То есть, ну, утрировано, даже если 150 рублей метр, там хотя бы трехметровая труба, то есть заглубиться, надо метр, метр и 2 метра. И 2 метра высота. Да, то есть 3 метра, то есть 3 трубы там, 3 трубы там, уже 6 метров, 6 у 3, 18. Угу. 18 метров на по 150, 1800 и пополам 900, ну 3000, грубо говоря, это только столбы, еще ж поперек. Поперечина. Ну, грубо говоря, в пяточок, да, как бы утрированно. Ну, что, ну, как бы потихоньку, знаешь, ну, как бы, ну, сначала, может, одни вкопать, знаешь, ну, как столбики, бы, столбики. На что хватило. На что хватило, а потом, может, как бы, в следующий ну, месяц докупить, ну, как бы, доварить эти поперечинки. Я же говорю, там только, это, по деньгам, там-то, в принципе, я же говорю, ничего сложного, беседку эту сделать. Ладно, что, ехаем. Ну, так что мы уйдем, она на трассу выкатится. Ну, мы быстрее. Ой, ребят, второй раз за день в светофор и второй раз покупаем светильники, ну, а что делать? Жизнь. Не, это темненький. Там прямо на коробке вот написано. Вот два надо. И один. Подожди, второй. Даже два надо. Оп. Сейчас посмотришь. Иди сюда. Оно с таким вот вкраплением чуть-чуть, но оно в тему. Беленькая. Просто там же, когда светятся светодиоды, их чуть видно. Да. А, ну ничего страшного, это нормально. Как золотинки, не золотинки. Я поняла, как искорки такие. Все? Да. А вам их не проверяли никак? Не-не, там 2 недели по чеку чек сохранил. А, ну, пойдем. Еще что-то? Ну, мы так, во-первых, не выйдем. Мы выходили с Антоном. Прям боляхонька. А это полка 188. 615, ну как бы и не дешево. Нержавейка 6 литров. Ну, объем самый ходовой, наверное. Нахилилась, такой упадет. Туалетная бумага, или... Нам, кстати, и придавит. Ну или как полотенце. Написано он же катон. Это хлопок или что-то? Да, катон. Да. Ну, весь это тоже хлопок. А, вот это подоставляет. Так, не, ну так-то ничего. Ну, спальня, точка стоит. Я понимаю, это самое. Я просто, знаешь, ну как бы расцветка получается у всех одинаковая. Не-не, вон же, переверни наоборот. А, вот это вот такими точечками. Не-не-не, вот они точечки. С другой стороны цвет. Угу, переверни вот коробку, там будет цвет. Вот такими-то лоскутками. Ну да. Ну, порвато щупать. Да. Защупать можно. Ой, ничего, что неприятненько. Такой, ну смотри, ну это дороже будет. Milk и juice, мультифрукт. А вот вообще это уже ядля какой-то. Ну я же тебе говорю, глянь, какой цвет чудной. Да я буду просто понять, что это. Молоко плюс сок плюс витамин. Практически энергетик для детей. Жахнул и штырит, колбасит. Думаете, пора выкладывать двигатель? А вдруг с этим что поставила, как на своих. Так, чек надо сохранить, сейчас сюда положу. Вдруг лампы не загорятся, можно будет, ну, как претензию. Вот напрасно ты сюда кладешь, положи себе во внутренний карман курточки. Ну, хорошо. Здесь просто может потеряться. Да что вы в этом кламе. Ой, ладно, внутренний карман там типа не потеряется, ладно. Все, ребятки. Ты запомнишь, что ты туда положишь? Да, я запомню, ага. Едем домой. Подожди. Куда домой? В пятерку, да? Да, да. Едем в пятерку, хорошо. Внутри Samsung. Ох, ребят, давно мы в пятерке не были. Не снимали отсюда маленькие добрые видео. Сегодня как раз этот день. Все, Ира. Что? Ничего. Ой. Вообще, я хотела сделать шаурму. Как?
капуста такая, да? Да. Сковородку мазать, масло туда наливаешь, она протекает и мажется сразу, как не макать что-то. Нет, это последнее. Думаешь? Уверена, жидкость наливаешь, что-то ему еще. Ну, можно использовать и макать, наверное. Ну что, я зря придумывал. Наверное, зря, потому что от горячего вот эти расплавятся. Ну, блины мазать, теплые. Для особенно одаренных тут написано, Андрюх, для чего это. Ну все, вы были правы. Конечно. Давай, давай. Да, конечно, пойдет. Ну, как бы, ну, я, честно говоря, рассчитывала на вас. А сколько их тут штук? Они так меленько, чтобы не покупать 6 штук. Да. Ну, смотри, дорого. Я не знаю. Да-да, с белым пареньком. Да. Ага. Один. Одну попробовать. Для сравнения. Да просто положи на автомат и пошли. Подари. Для Жорика. Все, подарила. И хватит. Ну все, второй раз. Да не выиграешь ты никому. Ты этого красного чебурашку кушаешь. Ну, там на все настроено, Ира. Блин, там что достанешь как-то. Ну, я все делала правильно. Все правильно, да, они неправильные. Ты же видишь, даже схватила, но он вывалилась и все. Ой. Я была очень близко, очень. Так, булочка. Это в светофоре кальмары брали, не в пятерке. Это на шаурму пышки, или как они правильно называются? Да, это не шаурма. Ну, не суть. Помидоры туда же, капуста туда же. Ну, пышки с едой, короче. Как. Кетчуп, майонез, слобода. Михсель-сель или как? Михеев, может быть. Да, так хотел сказать. Но дрожжи решил все-таки такие кинуть, потому что, когда зелененькими варю хлеб, короче, он не до конца поднимается. Думаю, с этими будет лучше. Попробую, если действительно так, то будем только такие дрожжи покупать. Вот. Ой, ребята, у нас пошел дождь. Нафиг. Ребят, иду целенаправленно, специально иду до родителей, чтобы посмотреть, как светит это чудо, большая, огромная, мощная лампа. Потому что днем это одно, а как она светит ночью, гораздо интересней увидеть. Думаю, это интересно не только мне, но интересно и вам. Поэтому сейчас все увидим. Что-то, кажется, во дворе темно. Ну, тут лампа у нас во дворе ближе к калитке. И там же. Там вроде темно, не включили. Вроде как. Почему-то. Самое интересное. Сейчас посмотрим. Ну, давай. Еман. Ну, я бы не сказал, что прям, ну, аж туда видно, но тут вообще вот как... Хорошо. Вот тут, где она стоит, высвечивает, да, вообще, да. Супер. Как днем. Так и туда глянется, к забору. Ну да, до забора-то по-любому не добивало. Конечно. Классно светит. Блин, ну смотреть на нее... Сразу заяц в глазах. Блин, смотреть на нее вообще не вариант. Ну да, сразу шмели. Подожди, ты там. Так, потом туда глаза переведи, так. Да, я просто. Ну да, там вообще так, как в пещеру. Полутемную. Разница, конечно, существенная. Как до и после, вернее, как. Ну да. Вернее, то до, да, а вот это после. Ну да. Охереть. Может, мать вам покажет, мне? Кайф. Лампочку купили. Да, она просто ее видит. Да давай, что-то. Ну давай. Ага. С Андреем лампочку купили. Удивить так удивить. Ну такую помощнее взяли. Ну и чего? Да сейчас, Антон, ключ. Я вышла. О, Господи. О, Господи. А дверь ее не задели, а она не висит. Не, она вкручена просто. Не, ну светлая, че как. Хорошо. Ну, надо было лучше туда, чем сюда. Она дорогая. Да ну не дешево. 600. 600. Не, ну она с гарантией. И светит как.
Ну надо туда было лучше. Ну там да, чаще ходишь, знаешь, и чаще выключаете. А летом я и готовлю там. Ну да, да. Ну, может и надо может, перекрутить. Может, возьмем еще. Ну или взять еще одно, да. Ну это потом. Ну как и ламочка зовут. Это кошмар. Не, ну светит хорошо, то ладно а, это. И тоже такая, что мало берет. Да, 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 она вообще мало потребляет. Только что вид, конечно, не, ну тут по боку на улице. Ну, мне нравится. А что? Здорово. А мне нравится. Она как будто бы с плафоном. Не лавочка, не лампочка на проволочке. Ну да. Не, надо не светильник, это не лампочка такая. Угу. Здорово. Не на проволочке, на проводе. Ну да. Не дай бог. Не, ну прикольно. Ну да. Ну да, як бы вот так. Вот резать. Чтоб как блин. Да, ну окей, красивый у нас, да? Ну да, тихо. Ну ты тут так не отрежешь. Ну да. А в принципе, Антох, можно ну вот, вот туда блины прикрутить за место вместе с плафоном, знаешь, открутить. Да. Какая все равно светлее будет, я думаю. А, вот ту, як так? Да, она дешевле в два раза, грубо говоря. Или да. В два раза в полтора. Ну да. Ага, да. Потому да. Что тут мне надо, чтобы видно. Ну если это что прям видно, лучше тогда, наверное, такую купить. Или ту прикрутить сюда, ты, сюда ну, плафон. Через, через глаза переводишь, и тут же начинает заяц опять плясать. Ну, да. А плафон тут не поместится. Да, еще плафон. Не, ну а так и я кто? Там он сам как плафон, он что, нормально сделан. Прикольно. Хорошо. Так он до соседей, до стенки добивает. А, не кажи. Светит да? Очень хорошо. Он там у соседей, наверное, светло стало. Классно. Ну что, ребят, как вам? Ну, как по мне, огонь. Ну, видите, мать говорит, что надо еще одну добавить. То есть понравилось. Советуем к употреблению. Вот. Гляньте отсюда, как светит. Аж туда, на соседскую стенку. Полдвора одной лампой освещается. Ну что, ребят. Вот и пришло то самое благословенное время, когда... Когда можно сказать, до новой встречи, друзья. Мы вас любим, скучаем, ждем. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Ну, потому что мы вас любим, скучаем и ждем. Ой, не забывайте про нас, заходите на новое видео. Пока. Все, спать, спать уже пора. Уснул бычок, лег кроватку на бочок. Оп, все. Еще раз пока.